Теат Тандастар, уважаемые соотечественники, от имени казахстанских немцев нашего общества Возрождения я хотел бы всех вас поздравить с наступающим праздником 1 мая, Днем Единства Народа Казахстана. Этот праздник мы встречаем в очень непростой для нас обстановке, постановке карантина, но в это время как раз и больше чувствуешь, насколько важно единство народа Казахстана. Хотелось бы сказать, что те испытания, которые стоят перед всем мировым сообществом, перед каждой страной, перед каждым человеком, в общем-то, они все равно блекнут по сравнению с теми испытаниями, которые мы прошли за годы нашей независимости. Это кризисы, глубокие кризисы 90-х годов, когда у государства не было денег, чтобы поддерживать своих граждан. И уж вообще, конечно, нельзя сравнить с теми испытаниями, которые прошли наши предки, наши родители, бабушки, дедушки в период Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления нашей страны. Именно тогда закладывалось единство нашего народа. И поэтому в преддверии праздника хотелось бы сказать, что это самая большая наша ценность. Елбасы, первый президент нашей страны Нурсултан Абишевич Назарбаев, все годы, сколько существует независимый Казахстан, проводил эту политику. И единство помогло нам выстоять. И поэтому в этот предпраздничный день хотелось бы призвать нас всех быть вместе. Сондыктан, Зордин Салык, Ашык Аспан, Табыр Куаныш Телемен. Жастал ханай ой жалған.